Ну, сегодня 12 октября открылась замечательная выставка в музейно-выставочном комплексе школы акварели. И могу сказать, это выставка выдающегося иллюстратора, книжного иллюстратора, и многие из нас выросли на этих книгах. Можно даже сказать, что это искусство особо важно, потому что перед художником стоит высочайшая миссия ответственности. Как он изобразит того или иного героя, как он поймет то или иное слово в книге. И, собственно говоря, мы все воспитываемся на этом. И то, что мы видим, мы действительно, в общем-то, смотрим глазами художника на те образы, которые мы прочли в книге. Вот. Иллюстратор совершенно выдающийся еще и тем, что любая тема, любая книга, она иллюстрируется, и подход к ней абсолютно индивидуальный. Вот нельзя сказать, что вот художник там, у него какой-то такой вот образ, какой-то стиль, стилистика, вот он этой стилистикой все делает, все одинаково. Нет, он проникает, мне кажется, в самую-самую глубину той книги, которую ему надо проиллюстрировать. Потом сегодня книжная иллюстрация, она на самом деле подменяется компьютерной графикой, подменяется разными технологиями. И вот той живой, настоящей книги, которую мы, конечно, любим, знаем и на них воспитываемся, и воспитывались на них, этой книги становится все меньше и меньше. И здесь, на этой выставке, можно увидеть как раз вот те оригиналы, которые художник делал. Даже не то, что в книге сверстанной, напечатанной. Да, конечно, мы смотрим, видим текст, видим иллюстрацию, это все здорово. Но мне кажется, еще острее мы можем воспринять, когда мы видим вот то живое, с чего потом появилась вот эта иллюстрация, которая была напечатана. Вот здесь, конечно, представлен очень разнообразно сам художник. Здесь и его камерные произведения, и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и масса всего. Это очень многогранный художник, действительно настоящий художник. А можно, наверное, сказать, вот сейчас на открытии правильно говорили, это великий сегодня художник. Таких людей, таких иллюстраторов, наверное, такого уровня иллюстрации, такой глубины понимания книги, наверное, сегодня, может быть, мы и не найдем. Потому что это как некая эпоха, которая от нас уходит. Вот. И есть возможность прикоснуться к этому, полюбоваться этим, увидеть этот мир художника, очень красивый мир художника в иллюстрации.